запас. Давай чуть ниже. Мы сейчас подгоняем узел установки амортизатора, потому что у нас был длинный амортизатор газогидравлический. Сейчас мы ставим более легкий. Ой, сейчас мучаюсь с фанерой. Зачем? Всем привет, кстати, вы на моем канале Бегак ТВ. Я Александр Бегак, реконструктор Новатор. Так что подписываемся, ставим вот такие лайки и полетели. Что ты делал-то? Ой, сейчас мучаюсь с фанерой. Зачем? Ну, чтобы сделать диски на колеса. И наконец-таки поставить хайп на колеса. Угу. Все просто. Ну, надеюсь, сегодня поставим? Я не знаю, потому что... Поставим. Сейчас, да, диски... Короче, он вот такую штуку сделал. Вот такую. Вот такую. Это на самом деле из алюминия должна быть, но мы пока нету алюминия. Делаем на хайп просто тестовый, чтобы под гоночку все сделать. Вот. А я тем временем делаю вот такие вещи. Это у нас проушина. Она выточена из трубочки, ой, из прутка. Потом я здесь наварил. И у нас в результате должна получиться вот такая проушина. Она идет вот в этом аппарате. Вот здесь такое есть место внутри. Если посмотреть, видите, качалочка? Это у нас элерон. Вот он. И именно здесь она должна как-то хитро становиться. Ну, на чертежах видно. Вот мы, собственно, из-за этой штучки, вот этой, задержались очень сильно, потому что они, там прям миллиметр подгоночка. Но в результате я вот сварю сейчас аргонным его. Вот из этого. А здесь у нас как раз таки шла работа, точнее у меня. Я решил переварить вот эти узлы для того, чтобы увеличить мощность на этом... Ну, на гринфлайне, на двигателях полетных. Вот такую штуку я спаял сегодня. Выходной. Теперь разбираюсь с аккумулятором. Мне надо из 21S аккумулятора сделать 12S. А плата у меня на 14S, но 30 ампер. У меня здесь 60 ампер. Так что мучаюсь. Вот. Ну, это на машину аккумулятор. Это вот так в разобранном виде лежит наш гринфлайн. Угу. Нашел, да, колесо? Да. Вот в таком виде это будет выглядеть. Ага, ну потом мы туда блинчик сделаем, да? Это титановое колесо, кстати, чтобы вы понимали. Вот, легенькое очень. Вот. Ага. Ну, в результате вот так он прикрутит, и вот сюда мы установим. И это надо сделать сегодня. Вот, Олег, ты, кстати, закончил собирать бак? Ну как успехи? Сделал? Что ты там сделал? Покажи. Да вот бак сделал, подключил его, где-то прикрутили. То есть ты его закрепил туда вовнутрь, да, всю проводочку? Все подключил, да. Ну вот мы снимали бак, чтобы настроить датчик топлива. Что еще мы ставили? Мы настраивали датчик топлива, ввели, удлиняли трубу забора топлива. Да, экранчик. Слива топлива поставили. Ага, кран, да, кстати. Кран вот так выглядит. Мы сделали его из водопроводного и законтровались. Видите, там контровочка. Вот. Ну и резиночкой специально уплотнили. Потому что, когда сливаешь бензин, надо как-то удобнее, не снимая бака, да, это делать. Вот так вот. Всем привет, мы продолжаем строить беголеты. Готовится к форуму, точнее к фестивалю. Впервые он будет проходить на ВДНХ. Так что приглашаю вас с 23 по 25 на ВДНХ. Запас. Давай чуть ниже. А запас? Лучше скажи, что мы делаем. Что мы делаем, Сереж? Мы устанавливаем амортизатор, чтобы он стоял. Олег, давай я расскажу, что делаем. Мы сейчас подгоняем узел установки амортизатора, потому что у нас был длинный амортизатор газогидравлический. Сейчас мы ставим более легкий, мотоциклетный тоже газогидравлический. Видите, здесь газ накачивается в нужное давление. Ну и работает. Машина у нас легкая, поэтому амортизатор легенький поставили. Если его хватит окончательно и не будет слишком мягко найти, то так и оставим. А вот эта штука, вот внизу, видите, вот этот подшипничек. Это у нас подшипник со втулочкой, его надо приварить в нужном месте, чтобы дальше вилка пошла правильно на подкосик. И таким образом у нас очень простая схема, как у баги,
установки заднего колеса. Поэтому именно дифференциал мы поставили мотоциклетный, с трехколесного мотоцикла. А колеса мы сейчас ставим именно низкого давления, чтобы они дополнили плавучесть во время движения по воде. Я думаю, что это правильное решение, и я думаю, у нас все получается. Подписывайтесь на канал, кстати. Поставьте вот такой лайк, а завтра будет интересней. Полетели. Ну, мы сейчас с инвесторами общаемся. Я надеюсь, что в скором времени наконец-таки будем серийно выпускать. Ты осуществишь мечту многих женщин. Они маленькие, компактные, максимально безопасные. И их можно покрасить под цвет любимого платья или маникюра. Это да. Можно каждый день менять цвет, по большому счету. Да. Но самое главное, что мы сделали для людей, для народа, для девушек. Для тех, кто мечтает уметь ездить. Инвесторы. Если вы меня слышите, пожалуйста, поучаствуйте в осуществлении моей мечты. Ну, правда красиво. Приглашаю вас на Кавказские минеральные воды. Познакомитесь со мной, отдохнете. Смотрите, какая красота.